Также прошли занятия по оказанию медицинской помощи пилотам в случае происшествий на трассе. В частности, была отработана ситуация с аварией гонщика. Всего в учениях приняли участие 70 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи. На этот раз на Гран-при России будут задействованы 170 работников медслужб. Среди них реаниматологи, нейрохирурги, терапевты, травматологи. Медицинские бригады готовы оказать помощь не только участникам, но также зрителям и журналистам. Дополнительно 11 пеших постов расположены в главной трибуне. Есть стационарные посты как в здании питбилдинга, так и в самой главной трибуне. И дополнительно медицинский персонал обеспечивает медицинскую безопасность в Олимпийском парке в дни мероприятия, в том числе и обеспечивает сами концерты. Медицинский персонал Гран-при России взаимодействует с больницами в Сочи, Краснодаре, Адлере и Дагомысе. В каждой из них в дни проведения соревнований будет закреплена палата. К началу этапа Формулы-1 также создаются запасы крови всех групп.